Неимоверно вкусные кексы с кусочками шоколада – то, что нужно для семейного или праздничного чаепития. Если вы шокоголик или просто любитель домашней сладкой выпечки, то этот рецепт для вас. Приготовить кексы с кусочками шоколада можно смело к любому праздничному столу. Нежные, воздушные и очень шоколадные, будут в восторге и дети, и взрослые. Количество ингредиентов я уменьшала в два раза, и у меня получилось чуть более 12 штук. Если у вас семья большая или просто намечается торжество, то не советую уменьшать. Кексы улетают со стола как семечки. Берите рецепт на заметку. Яйцо 2 штуки. Мука 390 грамм. Какао 3 столовые ложки. Разрыхлитель теста 1 столовая ложка. Сахар 300 грамм. Молоко 360 мл. Масло сливочное 170 грамм. Соль 2 щепотки. Шоколад 200 грамм. Любой, без наполнителей. Количество порций 24-26. Подготовьте все ингредиенты. Мягкое масло взбейте с яйцами и сахаром. Добавьте молоко. Перемешайте. Добавьте муку, какао, соль и разрыхлитель. Снова все перемешайте до однородного состояния и добавьте рубленый шоколад. Перемешайте все еще раз. Тесто готово. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на 2/3. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой или спичкой. Кексы с кусочками шоколада готовы. Можно посыпать их сахарной пудрой, украсить любой глазурью или сделать шапочку из крема, но и сами по себе они невероятно вкусны.